Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами Фархот из группы 6 Так. Мы сегодня записываем новый трек, называется Ишкиман. Надеюсь, вы, наши зрители, не забыли про нас, потому что последний наш этот клип был год назад. И вот мы выпускаем еще один сингл из нашего альбома, который еще не выпущен, но, надеюсь, скоро выпустим, где-то до окончания апокалипсиса. Но я думаю, что вы сегодня должны послушать и поприсутствовать, как мы записываем этот трек, потому что вы наши зрители, вы наши друзья, с кем мы только хотим делиться, только с вами. Здорово, Джавид! Это... Я великолепный музыкант. Помогаю ребятам. У меня просто сегодня пальчик этот порезал. Из-за этого не могу играть на бас-гитаре. Сегодня Джавида попросили, сегодня он запишет. Новый стиль, немножко новые краски добавят в нашу группу. Джавид, вы услышите, конечно же, в нашем треке. Это, короче, такой фит 6 такта. Все вживую, короче, будет записано. Да, вы можете снять вот такая какая-то примочка, но она... Она пока не задействована. Ну, можете снять, как она горит. И вот, ну и много-много вчера мы гитар записали. Жалко, что вас не было, точнее, вас фотоаппарата с нами. А то бы мы все сняли бы, было бы вчера весело. Кстати, у кого-то есть, возможно, видео, мы скинем в нашу группу. Итак, мы записываем. Отсюда, да? Погоди, потом я включу кое-что. Вот. Вот отсюда, да? Да-да-да. Великолепно, великолепно. Очень-очень много будет работы. Жалко, вот вчера не было камеры. Мы, наверное, только 5 часов просто гитары писали. Ну, конечно, у нас 3 гитары было там. Одна классическая, другая... А вы еще хотели, да? С металлическими еще струнами, одна. И третья электрогитара. Да, надо было это соло услышать. Кто-нибудь пусть что скажет, и закругляемся. А, мы еще с утра, кстати, не хавали. Вот, во время записи это так не чувствуется. Ты че? Я с ФДКом. Эффект ФДКа знаешь? Не. Ладно, Джавид, скажи нам, как ты думаешь, этот трек получится и как он покорит сердца наших зрителей? Поклонников. Я что-то сомневаюсь, что они есть, но все же я говорю. Ничего, вот завтра поедем барабаны заебим. Кстати, вживую. Пип! Да, пип! Это будет пип. Да ничего, вот для фейсбука это нормально. Вот, и уже начнем сведение, запись голоса. Вот, Акмал будет петь. Я первым поздравлю тебя с твоим треком. После того, ладно, как все... Два дня вы меня мучите. Когда вот... Скоро тебя еще с виолончелью будем мучить. Да. Акмала будем мучить. Ну да. Ну я вас потом помучаю. Нехило. Ну все. Всем пока, ребята. Все, до свидания. Всем пока. Я ухожу. Готовьте деньги.
На iTunes? Да, на iTunes. Акмал, шторы? Да. Занавес закрывается. Дамы и господа, до новых встреч!